Император Адриана после долгих лет правления серьезно заболел, и ему нужно подумать о будущем империи. Маленький Марк унаследовал его трон, но предатели жаждут его смерти. Пророчество. Императору не нужны другие наследники. Зло начинает свой путь. Здравствует император! Да здравствует принц! Да здравствует принцесса Домиция! Да защитят боги императора! Да здравствует маленький Марк! Да здравствует император! Благосклонные и могущественные боги, вручаю вам своего Марка, вам, хранители Рима. Пусть рождение этого ребенка принесет мир и процветание империи. Да остановятся реки крови, да исчезнет ненависть, да прекратится война. Ни одна мать, ни одна жена, как моя любимая дочь Домиция, больше да не будет оплакивать своего мужа, погибшего в бою. Щедрые боги, позаботьтесь о будущем этого ребенка. Я взываю к вашей милости, чтобы однажды он смог править. Неблагодарный! Твои беспомощные боги разве защитили Просперу? О, Анубис, мой повелитель, воля твоя исполняется. Когда ненависть переполняет сердца, назад пути не остается. Пришло время, когда тьма входит и в сердце императора. Кто же спасет мир? Ребенок, которого еще носят на руках и который настолько мал, что не может оплакать смерть своего отца. Но другой мальчик также скорбит по нему. Он страдает так сильно, что его слезы заполнили бы целое море. Его боль заслонила бы небо. И его гнев пронесется воплем над Римом. И никто, никто больше не спрячется. Вперед, любовь моя, не задерживайся. О нет, мы в ловушке. Может, если мы сдадимся? Нет, это претерианцы. Они не остановятся, пока мы не умрем. Спрячься внутри. Я отвлеку солдат и уведу их отсюда. Нет, не оставляй нас одних. Если вы останетесь здесь, вас убьют. Не бойся, я прикрою. Спрячьтесь в том гроте и не выходите оттуда, что бы ни случилось. Они где-то здесь. Скорее. Вперед, Брут! Хватай, Белл!
Скорее! Хватит! Стой, не двигаться! С тобой была жена. Где она? Говори! Говорили, умрешь! Я наместник Антиохи. Подумайте, что вы делаете, или император вас казнит. Ты был наместником Антиохи, а теперь ты мертв. Стой! Ты? Ну, конечно, я должен был догадаться. Где Необа и ребенок? Что тебе от них нужно? Не смей их трогать! Кажется, тебе нравится быть героем. Сам виноват, что нам придется вас убить. Вы слишком много знаете. Тебе было мало крови, Просперо. Сколько людей ты готов убить ради своей жажды власти? Всех, кого нужно будет. Император узнает об этом. Он раскроет ваши гнусные планы. Именно император отправил меня сюда. Он верил, что должен был казнить предателя Рима. Умри! Нет! Да, с твоим приходом зло получило первую жертву. Остался маленький принц. Я, Канидия, жрица Анубиса, обещаю, что не пройдет и 10 лет, как ты потеряешь дом, своих близких, свою жизнь. И твоя смерть станет торжественным жертвоприношением в честь триумфа Анубиса. Успокойся, милый. Все хорошо. Все в порядке. Папа, что случилось? Почему боги так разгневаны? В этот праздничный день проливается невинная кровь далеко от Рима. И она проливается во имя тебя под императорскими знаменами. О какой крови ты говоришь, старый безумец? Кровь мужа, который был тебе верен, но которого предали. Ваше Величество, это он предатель! Под этой маской скрывается глава бунтарей. Он хочет сбить вас с толку. Вместо того, чтобы воздавать благодарность богам, он почитает Митру, лже-бога, который хочет освободить всех врагов. Ты против империи. Почему ты прячешься? Что ты можешь сказать в свою защиту? Увы, но уже поздно. Слишком поздно. Кровь за кровь. И следующая кровь, которая прольется, будет принадлежать тем, кого ты любишь. Темные силы, которые заставили тебя приказать пролить кровь невинного, теперь будут охотиться за твоим внуком. И это ты открыл им дверь. Хватит! Я устал от твоих предсказаний о несчастьях. Я долго поддерживал тебя. Твой культ Митры будет вне закона, а твои сообщники будут высланы в ссылку или на принудительные работы. Вперед! В 12 лет Марк умрет, если избранный не спасет его от империи зла. В суд его! Идем, а не в гроте. Вот. Чтобы ты помнил, кто ты. Ну вот. Прошу вас, он просто ребенок. Отдай его. Он же ничего плохого не сделал. Нет. Али, оставьте его, умоляю. Уведите ее. Мой ребенок. Ребенок. Нет, не делайте ему плохо. Тихо! Внимание! Животное! А ну иди сюда! Я подарю твой мех своей женщине! Ну-ка, иди сюда, быстро! Ну что же ты стоишь? Мой глаз! Идем отсюда, не будем терять время. Это животное должно убить ребенка. Али, сын мой! Пошли! Thank you.
12 лет спустя в Антиохе. Бурдюк упал, он порвался. Осторожно! Белая львица! Она голодная! Вон животное! Иди отсюда! Помогите! Зовите солдат! Оставь киса! Кто это? Если я отгоню это животное, сколько ты мне дашь? Да ты просто мальчишка! Как ты ее остановишь? Соглашайся, я покажу. Я дам тебе 5 мер зерна! Твоя жизнь такая дешевая? Для хлеба надо 20 мер зерна и 6. Ничего подобного. Ну хорошо, хорошо. Я дам тебе все, что захочешь. Только убей ее, просто убей. Али, тебя не боится. Оставь этого римлянина и сражайся со мной. Ты с ума сошел? Беги отсюда! А теперь умри! Он ее убил. Молодец. Такой отважный. Способный парень. Я это сделал. Молодец. Теперь дай, что обещал. Что тут произошло? Солдаты, этот попрошайка хотел меня обокрасть. Арестуйте его. Он обманывает. Обманщик! Он его спас. А ну иди отсюда. Отпустите меня. Негодяй. Ты сгниешь на галерах. Стойте! Не путайся с этим отребьем. Идите к своему наместнику. Идите, я сказал. Значит, я вор, да? Нет, нет, я пошутил. Я дам тебе все, что обещал. Нет, цена увеличилась. Возьмите, угощайтесь. Наш друг всех угощает. И мне. Спасибо. Ты отличный парень. Молодец. Берите. Спасибо. Идем, я провожу тебя домой. Хлеб. Ты не должен ходить один. Спасибо. Мои братья маленькие. Мне нужно найти еды для них. Работайте быстрее, лентяи! Нет. Но это нечестно. Я живу там. Истар, наконец-то. Милый, где ты был? Мама, смотри, у меня есть хлеб. На всех хватит сегодня. Идем, маме, пора домой. Я большой, справляюсь один. У всех есть мама, которая о них заботится. Да, у всех есть мама. Да, прости, у меня есть ты. Если бы я только знал, кто были эти люди, может быть, я узнал, где их искать. Но это не герб легионеров Кая. Значит, они пришли не из Антиохи. Может, они были с моря? Я найду убить своих родителей. И тогда я отомщу им. Отомщу! Вперед! Сильнее, дерись! Ну, сражайся! Умри смельчаком! Ну все, ты пропал! Что, страшно? Никто не победит Катилию. Хозяин, император желает видеть тебя.
Держите. Отдайте его на съедение львам. Он не достоин стать частью специального караула. Так и знаете. Кажется, что несчастье Антиохии никогда не закончится. Кажется, причины все те же. Народ голодает из-за налогов. А Каю Большое в Рим приезжает всегда без денег. Похоже, кто-то ворует. И я думаю... Каю нет. Это сторонники того культа, культа Митры. Они подстрекают народ, толкают его ко лжи своими ложными молитвами. Цезарь, ты можешь поручить мне. Все это я уже несколько лет назад говорил. Ты прав. Поэтому прошу тебя большой жертве. Отправляйся в Антиоху, сам проконтролируй деятельность Каю и доложи мне. Ты понял меня? Я готов отправиться даже завтра, если пожелаешь. Антонио, подготовь все к путешествию. Спасибо, что ты мне помогаешь. После смерти Проспера твоя поддержка бесценна. Как подумаю, что чуть не решил оставить свое кольцо Фабио, символ происхождения, империя могла бы попасть в руки к предателю. Это было бы ужасно. Хорошо, что я этого не сделал. Ваша жизнь так же длинна, Ваше Величество. Но когда придет момент, я уверен, что вы сделаете правильный выбор. Выше! Выше! Зеркало — это солнце для Юпитера! Какой ослепительный свет! Вернись на свое место, я приказываю тебе вернуться. Ты Меркурий. Принц, это неправильно. В центре вселенной стоит Земля, а не Солнце. Крутитесь, крутитесь. Видишь, все так и работает. Планеты вращаются, а Солнце стоит на месте. А вот Земля... Что ты сделала, Земля? Дора, давай, не порти мне эксперимент. Я дама из компании принцессы Домиции. Почему я должна снизойти до того, чтобы стать землей, которая даже не в центре? Если мне придется продолжить эту игру, я буду Венерой. Хватит, надоело. Если ты не перестанешь, я не смогу продемонстрировать свою теорию. И вы навсегда останетесь невежами. Я пошел к дедушке, а вы еще увидите. Дедушка. Марк, я как раз о тебе думал. Что такое, мой малыш? Этот дворец полон предателей. Что ты такое говоришь? Никто не хочет мне помогать. Они мешают мне показывать свои открытия. А что ты сегодня открыл? Не Земля является центром Вселенной, а Солнце. Ну, может, Солнце в центре Вселенной, а может и Земля. Это сфера, да? Какая отличная идея. Об этом я еще не думал. Земля круглая. Абсурд, но если подумать, конечно. Земля круглая. Это могло многое объяснить. Я пойду работать над этим. Этот парнишка меня беспокоит. У него в голове куча таких абсурдных теорий. Я каждый раз задаюсь вопросом, подходит ли он. Его учителя научили его не тому. Марку почти 13 лет, а он всю жизнь провел за книгами. И что ты предлагаешь? Твоему внуку надо посмотреть мир, получить новые впечатления. Отправь его со мной в Антиоху. За границей империи? Путешествие полной опасностей. Конечно же, я буду защищать его. Ты прав. Мальчик еще не готов к тому, что его ждет. Я думал, что у меня еще куча времени, но мое сердце с каждым днем слабеет. Ладно, займись приготовлениями к путешествию. Марк поедет с тобой. Что такое? Тебе нехорошо? Кажется, у меня приступ. Я позову врача. Тебе сразу станет лучше. Выпейте этот необыкновенный настой, Цезарь. Это лучшее лекарство из медицины Древнего Египта. Вам нужно отдохнуть. Папа! Как ты? Ничего. Просто очередной приступ. Но не случается все чаще. Надежды совсем не осталось. Давай позовем других врачей. Попробуем другие лекарства. Нет, дочь моя. Все напрасно.
Мы знаем, что моя жизнь подходит к концу. Времени осталось мало, слишком мало. А Марку только 12 лет. Императором должен быть мужчина. А ты должна выйти замуж, Домиция. Нет, отец. Просите о чем хотите, только не об этом. После смерти Проспера мое сердце закрыто. Прежде всего, я император, а потом твой отец. И как император я требую, чтобы после возвращения из Антиохи ты вышла замуж. Момент, которого я ждала, настал. Отличная идея была. За пределами Рима гораздо проще избавиться от этого бесполезного мальчишки. А императором я займусь. Через пару месяцев мой яд завершит свое дело. Но зло не остановить. Оно будет идти вперед. Будет управлять судьбой этого государства. Ты уверена в действии своего яда? После твоего возвращения с Антиохии ему хватит и одной капли, чтобы умереть. Но сначала ты должен убедить Домицию выйти за тебя замуж. Как хочешь, сделай это. Ты отличный план придумала. Но если я стану императором, я буду править миром. А ты чего ждешь? Отвечай. Мести. Только мести. И признательности будущего императора. Ну иди, Катиля, и да пребудет с тобой Анубис. Куда они отправляются? В Антиоху? Все хорошо, принц. Что тебя испугало? Ничего, я ничего не боюсь. Хорошо, ибо путешествие будет долгим. А в это время года море любит злые шутки. Шторма, бури, морские чудовища, исполинские волны. Это если не считать пиратов. Нам нужно придумать несколько способов, как убить римского принца. Скорее! Спасите моих сокровищ! Осторожно. Там моя одежда очень тонкая. Если она упадет в воду, может испортиться. О, нет! Ей конец. Дедушка, я думаю, что было бы лучше, если бы я тут остался. Мне так много нужно сделать. Я должен еще доказать, что Земля вращается вокруг Солнца. В эксперименте с молниями я только до половины дошел. Я не хочу, чтобы кто-то входил в мою лабораторию и устроил там пожар. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Думаю, меня не будет целый год. Не время капризничать. Тебе пойдет на пользу жизнь вдали от двора. Ты можешь увидеть леса, морской шторм. Пиратов. Нет, мне это не интересно. Должно быть интересно, Марк. Император должен знать каждый уголок своей империи. Император? Мне это дал император Троя накануне сложной битвы. Он сказал, что если я хочу в чем-то преуспеть, я должен быть сильным и занять его место. Но этому не бывать. Я стар, а ты слишком молод. Но ты не опускай руки, пока не станешь более сильным и зрелым. Империя твоя, но если со мной что-то случится, ты должен знать, что делать. О чем ты, дедушка? Что может случиться? Не понимаю. Настанет день, когда ты будешь великим и мужественным, и это кольцо тебе идеально подойдет. Тогда ты будешь императором Рима. Я должен стать императором, но я не могу. Я хочу стать ученым, и потом я всего боюсь. Страх пройдет, и ты будешь править Римом и миром. Никто не должен знать, что мой выбор уже сделан, иначе Марк будет в большой опасности. Я вручаю тебе своего внука. Его жизнь – будущее империи, и она в твоих руках, мой верный Катилио. Я буду ждать вашего возвращения. Не волнуйся, со мной Марк в безопасности. Una strega va al bar.
Чифамбар.